Вечер добрый, дорогие друзья. Сегодня в жутком доме нам нужно найти призрака и не погибнуть. Будет страшно и смешно. Желаю тебе приятного просмотра. Захочешь больше фазмофобии? Напиши об этом в комментариях. Не забудь про подписку на канал и про лайк под видео. Начинаем, поехали. Здорово. Новый год! Посмотри, как красиво. Гирлянды, игрушки, вкусные ватрушки. А тут печеньки. Значит, смотри, нет, положи. Рассказываю, что будет сейчас происходить. Я все-таки как профессионал. Нет, надо положить. Так, я беру сюда. Как всегда МП. Стой, квантумец, надо положить прямо в этот круг. Потому что печенье будут тпшиться сами в тарелку. А что, они не могут подтпшиться сюда на пол? Нет, видишь, круг же специальный. В смысле, круг это свет туда светит? Я тебе говорю, печеньки будут тпшиться куда угодно. Ну, у нас проблема. Знаешь, что? А, все, нет проблем. Вот смотри. Значит, а что так темно? А что там за забор? Подожди. Посмотри прямо. Я вижу, он как-то подсвечивается. Нет, там какой-то забор, улицу перекрыли как будто бы. Я печеньку нашел. Все, я знаю. Я собрал 2. Я взял печеньку. Ты свет врубил? Я собрал 3, нет еще. Но я знаю... О! А я знаю, где он живет. Я слышал звуки. Я собрал 4 печеньки. Я знаю, где призрак живет. Я включил свет. Мы собрали 5 печенек. Нам надо найти еще одну. Но это будет несложно. Печеньки прям видно. Он живет в детской, МП2. Он прям в проходе, он в коридоре детской... здесь живет. Сейчас я проверяю. В детской 13 градусов. Так, свет бы врубить. 16. Тут темно, где здесь свет врубается? А вот он. Я МП скидываю сюда. Тут дьявольский круг. Все, обалдеть. У нас готовы все печеньки. Пойдем отнесем в комнату к призраку. И призрак будет доволен печеньком? Ну ты увидишь, что будет. А нафиг, слышишь, печенье призраку, я бы их сам съел, они такие вкусные. Подумай, по температуре его здесь нет. Ну ищи, где он живет. Вот, он в детской живет. Все-таки в детской живет. Ну или, давай, блядь, прям... не... О! Блядь! Все, это охота! И че я стоп-то первый? А что ты не сказал, что бежать нужно? А мы в прошлый раз не застали, я не знаю почему. О, мне говорит, беги, а я сижу в углу и не бегу. Да ну нафиг. Я тоже обосрался, если честно, но мы его накормили. Вот это случилось. Мной мы его накормили, спасибо. Я не понял, у нас рассудок был большой, он просто сам начал сразу охоту. Я знаю, как работать, чтобы мы не погибли. Берем, значит, детектор, берем фонарик. Я в любом случае сейчас быстро пойду и соберу также. Бля, я фонарик не взял, я ебал. И ты еще и ключ не взял. А, нет, ключ есть ключ у нас. Ключ взял. Так, я взял одну печеньку, нашел. Где все, печеньки остальные лежат? На кухне вижу еще печеньку. И еще печенька на кухне, в подвале на скамейке. И 2 в гараже. Опа, он живет здесь в проходе. Смотри, вот тут печенька. Вот, на стиральной машине. Это наверное, сушилка скорее. И вот тут вот печенька. Пробки я врублю. Кость еще, смотри, вот здесь. Свет врубил. Я оставляю МП, смотри здесь. Надо притащить все. У тебя все нормально вот тут с камерой, посмотри, какая-то хуйня. Да ты, блин, в какую-то кружку камеру поставил. Он тут быкует, на кухне стаканы переворачивает. Крест положу сюда ему. Костонька. Так, бабло. Минусовая? Есть, забрал. Минусовая температура, квантумец. Как тебя зовут? Ты можешь включить свет? Дай мне знак. Еман! Че, он дал знак? Да, он пластиковой посудой в меня кидает. Попробуй лазерный проектор ближе к вытяжке поставить, пожалуйста. Он если что будет бегать, сейчас поставлю. Покажи себя. Он показывает себя. Показал просто себя. Да ну и нафиг. Сейчас я печенье принесу. Стой, лазерный сейчас поставь, я пожалуйста, перенесу поближе его. К вытяжке. Вот где вытяжка? К плите. Нет, к другой, блядь. Тут а островок вообще-то. Ну вот сюда вот. Я вот так буду видеть нормально его. А какие у нас условия выполнения? Что по контракту, какая задача была? Там МП стать букует. Свидетелем паранормального явления, обнаружить призрак при помощи датчика движения и спугнуть призрак при помощи благовония. Кстати, если мы сейчас пойдем с тарелкой, может благовоние сразу да, возьмем? Да, я поэтому и хотел. Так, ты, одно кстати, задание мы выполнили. Ты, кстати, таблетку похавай, у тебя плохо по рассудку. Я возьму еще, раз он шебутной, это фиолетовый фонарь. А, кстати, отпечатки пальцев. Он прям вообще разбуковался. Просто там нет дверей, понимаешь? Там он мог только на окна где-нибудь оставлять. О, так записи в блокноте. Записи появились? О, кстати, что он нарисовал? У него проблемы с психикой. Кто-то падает откуда-то, причем с поломанной
спиной, а кто убегает? Бля, это помнишь, мы ходили на квест и вот так вот сделали? А, да. Он солнышко нарисовал, видишь, у него еще не все потеряно. О, отпечатки рук. Есть, так, значит, что у нас по уликам получается? Это тут у тебя? Нет. Бля. Я его оставил. Короче, этот призрак – демон. Уходим. Так, надо бахнуть таблеток и идти покормить его печеньками. Берем печеньки. Давай. Я взял благовоние. Погнали. Я несу так. Печеньки вам. Смотри, если что, убегаем в какие-то вот из этих комнат. Подожди. Допустим, в детскую. Опа. Смотри, сюда убегаем. Куда? Вот сюда. Ну, мне кажется, он тут быстро нас найдет. Ну, да, ладно, конечно, давай. Сосон он. О, он уже одно съел, блядь. Оставляй, нет, оставляй поближе к кресту и уходим из дома. Он крест жрет уже. Все, и уходи из дома. А там на камеру будет видно печеньку? Да. О, огонь, пойдем смотреть. Ну сейчас случится что-то. Вытумец, просто жди, сейчас будет хо-хо-хо. Мы можем пережить хо-хо-хо в доме, в принципе, в подвал куда-нибудь спуститься с благовониями. Ты сейчас можешь взять зажигалку? Ну да. Жри печеньки. О, я ж пошутил, я ничего не вижу. А ты где, Димон? Я в подвале. Уже? Да. Емон! Блять! Там... Он на меня идет! Хорошо, что я в шкаф зашел! Блять, открой дверцу шкафа! Ты гонишь, нифига! Открой, я иду! Блять! Закрывай! Ты дурак, что ли? Ты че пришел ко мне в мою контору? Все. Да? Не знаю. А чё так темно, да, в доме? Блять, он ко мне спустился, это он так снег громко, пошёл. Слышь, он так громко, блять, свои шебутные эти ручки делал, это. Ну мы определили, значит, мы сделали все, мы спугнули его, что немаловажно. Да, мы всё сделали. Какой, блин, вообще какая жесть. Он такой громкий, это. Да я вообще, у меня свет погас, вообще темно стало. Это шкафу сижу в темени, с кромешной, в офиге. А там, короче, там типа ты закрываешь глаза, и в него, видимо, меняется текстурка, и вот эта херня начинается. Блин, я обосрался. Смотри, Виллу Стрит, наша родная карта. Конечно, но я любимая. Я не помню, где здесь все печенки, потому что там какие-то находил дядь Миша, и он прям находил их очень активно, поэтому... Ищем. А, нашел печеньку, еще одну в гараже. Всего 6 единиц, да? Да. На унитаз иди печеньку забери, Димон. С толчка? Да. Повелся, а блин, дурак что ли, бля, я пошутил. Я думал, печенька такая зашкварная, блядь. Просто тут тема такая, что я знаю, где тут находятся все печенки, но не знаю, где находится еще одна. Ты свет врубать не будешь? Сейчас, кунтомец, выруби, я как будто нашел призрачный огонек. Через камеру? Угу. Я тоже с камерой хожу. Подожди, здесь нет огонька призрачного. Нет, призрак тут. Вон, молоток уронил, смотри. Ну, может быть, и здесь, но он совсем, но вообще никак тебя не проявляет. Вон, МП, он кинул, я тебе говорю. О, МП-3. Я, в общем, что возьму еще? Я книгу возьму, оттащу ему, пусть получится. Ну и фоти, как хотел, я пошел. Посчитай, сколько печенек, пожалуйста. Стоп, а как у нас 4 печеньки всего лежит здесь? Ага. Ты же нашел в подвале печеньку. Одну. Мне кажется, в подвале их было 2. Я нашел 2, и ты нашел 2. Нужно еще 2 найти печеньки. Ладно, прежде чем искать печеньки, я отнесу ему предметы. Пусть он развлекается с ними. Это значит, сюда в кассу, и Костенька тоже в кассу. Ты можешь включить свет? Тут печенька. Бляха, я свет просил включить! Он там дышит, я слышу. Дай мне знак. Ты можешь закрыть дверь? Он баллончиком задавал, кидается. Помнишь ты вопрос, там какие-то дружелюбен? Ну это ты на где? Радио, это до радио должно быть. Это что, охота? Охота. Это прям охота-охота. Охота-охота. Я сейчас сдохну. Живи. Да за что нафиг? Я в подвале сижу. У меня какой рассудок? Он сожрал, видимо, наш рассудок, я не знаю. Это значит не джин. Все? Нет, идет охота. Ну а МП заткнулся, он, видимо, покинул периметр подвала. Он на втором этаже. На первом. Ну да. На нулевом. Вот сейчас вроде все. Все? Да, выходи из дома. Отчельник, я в подвале. Я нашел все печенья. Не заходи в дом. Не захожу. Где ты? Охренеть, что так дерзко-то? Есть. Behind, он вроде сказал. Сзади. Радиоприемник работает. Так, в любом случае, это уже хорошо. Радиоприемник есть.
нас много призраков сразу до зрения. Теперь надо второе. Надо посмотреть призрачный, о! Лазерный. Есть улика в книге. Есть книга, хорошо. Дух, полтергейст, мара, морой, диаген. Ну, так скажем, у меня сейчас есть такая ситуация, что, скорее всего, я буду сейчас вычислять уже не потому, что есть, а потому, чего нету. Есть призрачный огонек. Призрачный огонек? Это мара у нас получается. Тамару мы определили. Хаваем, значит, таблеточки и погнали. А-а-а. Смотри, в освещенных помещениях вероятность быть атакованной марой меньше. Вот что на нас напало. Короче, включаем свет и несем. Бери благовоние это. Так, я тебе говорю, вруби свет, тебе по кайфу по темноте шоркаться. Ты вообще тебе все равно. Подожди, нужно понять, где мы будем прятаться. Гараж, вот туда, дальняя комната. Может быть, в подвале лучше? Нет, это слишком быстро. Я в подвал пойду. Блять, надо в гараж идти. Я не добегу. А я добегу, блять? Ну ладно, я сразу тогда заюзаю благовонье. Оставляй и уходим нафиг. Хрена ты и закинул туда. Вообще свет врубил. Пойдем, фургон. А иди в дом, я на камерах посмотрю, что будет. О, нет, спасибо, блять. Я уже вздыхал один раз, иди в дом, не бойся. Я не хочу вздыхать. Не сдохнешь, иди в дом. Не вижу, где ты сейчас, потому что у меня всего 3 камеры. 2 из них находятся в подвале. Ой, бляха. Фу, да. Нафиг. Его не видно на камерах. И снег пошел. Еман, это стрёмная хрень. Оно пошло искать тебя, Димон. Я слышу, блядь, и у меня звуки ебать. И страх прямо в жилах. Снег пошел на улицу. Он прям на меня идет. Ты в гараже? Да. Ну, пока блядь. Он не зашел к тебе в гараж. Да с чем ты вышел да из гаража-то? Он идет за мной. О, все, все, блядь, он ко мне пришел. Он пришел ко мне. Выходи. В гараж, блядь. Ой, на... Он ты... очень громко, блядь, шел. Ты не представляешь, блядь, насколько это видишь, было громко. Видишь, снег пошел. Квантумец, иди, блядь, ты теперь к нему. А мы же сделали все. Ты сука, что ли? В смысле? Блядь, почему ты его не слышал? Слышал я его. Стой, она мне засчитала. В смысле не засчитала? Сейчас посмотрю. Сейчас гляну. Виллоу Стрит? Нет галочки, нам не засчитало. А это была Фазмофобия. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Про подписку на канал не забывай. И про лайк. До скорых встреч. Пока-пока.